нас большая делегация Азербайджана, 20 предпринимателей, так сказать, приехали на, так сказать, выставку. Это очень большая делегация для, так сказать, для нас, и очень серьезные, я думаю, так сказать, предприниматели приехали. И, наверное, интересные продукты привезли. Ливия. Впервые есть Ливия. Большая, большая экспозиция. Есть Грузия, есть очень много других стран. Армения, Туркменистан, Польша, Венгрия, Казахстан, Беларусь, Тунис, Китай. Впервые Китай у нас. Очень рады мы всегда и благодарны Ленинградской области. Всегда стенд самый, наверное, вкусный. Там запах на 40 метров от него, так сказать, исходит. Вот. Ленинградская область, в общем, всех заманивает. Очень много интересной продукции. Мы ходим и как бы все не пускаем, потому что там все очень здорово и интересно.